С вами MLP Lover Tide. И это хейрстайлинг для прически для пинки. Да, или что-то в этом роде. И прошу прощения за голос, так как я заболел. Да, сори. Ну что, давайте приступим. И для этого нам понадобится сама пинки. Да, не обращайте внимания на ее вид. Просто на ней только что была прическа. Да. Что изменять? Резиночки, трубочки, невидимки. Вот это все здесь. Боже, это коробочка. Расческа. Просто именно у этой расчески достаточно часто проходят зубчики. Поэтому я беру именно ее. Зубная щеточка. Вот она такая. Да где этот фокус? О, шикарно. Вот, короче, зубная щетка. Сперва нужно намочить каникулом пинки и желательно его промыть бальзамом и шампунем. Именно это мы сейчас и сделаем. Правда, есть один минус. После бальзама волосы у пинки потом такие скользкие, что там фиг что заплетешь. Но мы потерпим, верно? Поехали! Ой! Вот. Мы и промыли гриву нашей Пинки Пай. Теперь можно приступать к причесочке. Поехали! Для начала мы должны расчесать гриву нашей поняхи. Дальше я стараюсь очень тщательно расчесать гриву поняхи зубной щеткой. Затем отделяем передние пряди. Заднюю часть тщательно расчесываем зубной щеткой и разделяем на две части. Нам понадобятся резиночки, чтобы сделать хвостики. Перерасчесываем эти пряди зубной щеткой. И завязываем тугой хвостик. Со второй прядкой делаем точно так же. Вот и наши два хвостика готовы. Теперь расчесываем зубной щеткой переднюю часть. Дальше нам понадобится невидимка и трубочка. Закрепляем их на гриве и протягиваем к низу. И закручиваем таким вот способом. И не забудьте, конечно, закрепить потом это невидимкой. Еще одной. Теперь делаем точно так же с задними прядками. Ну вот мы накрутили наши Пинки Пай. Эти крутилочки и бигудишечки. Теперь нужно подождать, пока каникулон полностью высохнет. Ну то есть утром мы снова с вами встретимся. Пока что Пинки Пай мы отправляем сохнуть, а с вами мы встретимся совсем скоро. Я с вами завтра, а вы со мной через пару секунд.
Ну что, друзья, уже наступило утро, и грива нашей Пинки Паши полностью высохла. Ну что ж, давайте посмотрим на то, что получилось. Давайте сначала, наверное, распустим первые пряди. И маленький лайфхак. Мы берем невидимочку, я думаю, его, конечно, все знают, просовываем, и чтобы не задеть ничего, просто-напросто вытягиваем. Так же само делаем и с нижним. Волосы, кстати, у Пинки очень мягкие. Вау, шикарная кудряха. Я прям такую хотел, чтобы вот такая была волна. Вы, конечно, можете подправить, если хотите, чтобы немножко было живенько. Вы можете расчесать ее, потом расформировать как-нибудь. Теперь мы точно так же делаем и с задними хвостиками. Так. Не очень мягкие волосы, поэтому слегка неудобно. А. Вот и готова миленькая кудряшечка. И вот что у нас получилось. Да наша Пинки аж по-новому заиграла. Но чего-то ведь здесь не хватает. Я знаю чего. Мини-сувенирного бантика. Ну вот и образ для милой тяночки Пинки Пай готов. Ну что ж, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. А если это так, то поставьте лайк и не ленись, подпишитесь на канал. Пишите комментарии, нам очень интересно их читать. И по желанию нажимайте на колокольчик. А с вами был MLP Lover Tide и ведущий этого канала. Какого имя на данный момент неизвестно. А с вами был MLP Lover Tide и до встречи в новых видео. Пока-пока. Чё стоишь? Иди, давай, не занимай очередь.